О, здорово, блин. Как всегда и как обычно, блин, на том же месте в тот же час, нахрен. Вас приветствует Багровый Фантомас, нахрен. Слышал, надо запомнить, блин, следующую свою песенку вставим, нахрен. Отличный сюжет, блин. Ай, блядь. Раз, два, три, пять. Парам-папам. Здорово. Всем здравствуйте. Всем доброго вечера. Доброго субботнего вечера. Да, я видел уже. Максим, Twitch, все вижу. ВК вижу. YouTube вижу. Никого не забуду. Всем привет. Усаживаюсь поудобнее. Сегодня у нас эфир Персиус Мандат, или же проект Персей в нашем переводе. Не православным совсем. Я подключил на Twitch этого Donation Bot. Я не знаю зачем, я просто, блядь, вкинул ему. Первое, что пришло в голову, и да, он прямо сходу написал: стрим сосет жопу. Все. Игра тоже, кстати говоря, сосет жопу. Вот, я не знаю, насколько я сегодня продвинусь. Но вообще, так, сейчас я все это дело сверну, разверну или не разверну. Так, подожди, все вроде окей, да, да? Я ничего не забыл выключить. Все нормально. Так, да. Загрузочка должна быть, и пока что, пока, кстати говоря. Напомню, на чем остановились. Я просмотрел конец прошлого эфира. Короче, там какой-то атомный взрыв случился. Это, насколько помним, концовка первой части. Оперативника въебывает бомбой атомной в миллион килотонн. И тут же история идет параллельно с сюжетом первой части. Вот. И, короче, как-то зарываемся в катакомб. Ну, прячь. Там вообще за каким-то пидорасом, я не помню, за кем вообще охотился оперативник еще один. Вот. Но в итоге прогремел взрыв, побежали за ним в это, куда-то вниз, в какое-то здание. И вот там и закончили. Ну, я так примерно посмотрел, прикинул по прохождениям, там, ну, где-то еще часа на три, наверное, есть. Короче, пока загрузка, я ВК переебу обратно, потому что этот сволочь совершенно точно определила в категорию разговоры. Так всегда. И у меня сходу вопрос, нахрена, точнее не нахрена, а откуда у него дробовик? Я смотрел концовку прошлого стрима. Было два пистолета. Куда он их дел и из какого ануса он достал дрободан? Мне пока вот этого непонятно. Ну, зато есть 8 аптечек, и это очень здорово. Ну-ка. Сейчас, секундочку, мы ВК-шку перекукожим обратно. Категорию видеоигры. Потому что этот контакт задолбал. На самом деле. Так, видеоигры. Другое. Сохранит. Все. Я очень сильно надеюсь, что сегодня закончу этот эфир. Секунду. Так, сегодня я никак шотландец. Подкинул-то ничего. Все нормально. Сегодня не так жарко. Сегодня, к слову, вообще не жарко. Так. Сдается мне, что мы в старом метро. Нормально слышно? Могу потише сделать, могу погромче. Потом над ним возвели дома. Прошлым летом я сюда своих детей водил. Но в этой части мы не были. А. В этой части мы не были. Я бы... Подожди, а...
Подожди, а куда ты делся? Товарищ. Товарищ. Наш саппортис... Я, к слову, вообще не помню. Откуда он взялся? Он с самого начала... Сколько прошло с момента взрыва? А, погоди, знать, когда это случилось. Негр, откуда? В экстракшн поинте негра рубануло? Или... Ну, сейчас будет очень... Ох ты. Это от Морфия, по всей видимости, кроет. И либо это его воображаемый друг, потому что он исчез. Не совсем понятно, почему. Подожди, может быть, что-то собрать тут можно? Чего-нибудь? Ух ты! Вот это ХП очень кстати. Очень кстати ХП. Я так... пропустил бы. Обкололся Морфием в очередной раз, и все у него, по всей видимости, замечательно. Так. Потому что фир надо сегодня заканчивать однозначно. Неважно как. Неважно какими способами. Но его надо заканчивать и, по всей видимости... А, нет, это клон. Подожди. А, может быть, тут что-то... Что-то нехорошее есть? Или, ну, наоборот, хорошее. Нет, ничего, мало ли. Тут существует обколка двух видов, насколько я помню. Одна синяя, которая дает... Так, подожди. А, вот два пистолета. А почему патрон-то нет? Можно как-то дрободан обратно взять? Эту вот вещь тоже безобрать. А, и зеленая, насколько... Ой, тут типа страшно должно было быть. Так, подожди, или мне лучше... Давай вместо пистолета возьму, а? Так вот будет, да, так будет кошерен вообще. Вот зеленый дает повышение рефлексов, то есть вот эта вот шкала. Подожди, на какую кнопку? Кнопку Т, по-моему, да? Да, замедление времени. Только почему-то оно пикселит, я не понимаю почему. Но... И батарейка сама заряжается у фонаря, это здорово. Подожди, все, тупик что ли? Тупик? Ты серьезно? Я где-то что-то проебал. Мне так кажется. Что за... Подожди, отсюда я пришел. Окей. Ну как-то же можно туда пройти? Почему, блядь, закрыто? Ладно, может быть, в эту сторону тогда. А, ну не зря же пометили, да, дверку. Ага. Блять, кнопка Е. Уе. Кнопка Е взять. Надо. Что за хуйня? Кто там? Подожди. Я вас не звал, идите нахуй! Где ты был, черт возьми? Блять. Пошли. Насколько я могу судить, при взрыве был выброс. Короче, если честно, я вообще не понимаю, что происходит. Дрянь. Иди вперед. Какой выброс? Почему так внезапно? Иди вперед, а ты-то куда делся, воображаемый друг? Давай сюда. Иду. Подожди, а может быть... Не может. Пошли. Быть. Пошли. Подожди, китаец... Продолжайте. Да. Чё меня-то вперед? Чё за херня? Почему все дергается? На инструктаже об этом ничего не говорили. Полный сюр.
Блять, как-то странно, спасибо, репоста. И какая-то странная хуйня, на самом деле, происходит. Прямо очень. Подожди, а мы... О! Еще одна штука. Обколемся морфием. А, он за мной. Что это? Слышал? Да слышал и видел. Подожди, кто-то ходит. Недаром музыка такая. Она тебя сожрет, дурак. Сзади! Ай, их нужно в это. Слоумо, типа, я понял. Мне нужна помощь. Я вижу, что тебе нужна помощь. Подожди, я только забыл, на какую кнопку это делается. В смысле, замедление. У меня есть дрободан, если что. Все? Да, с дрободаном намного легче. Твою мать! Чё ты орёшь? Какую мать? А, вон альт бежать. Класс. Чё за... Подожди, она его изнасилует, что ли, хочет? А, насколько я помню, в третьем эфире, да? Она там это... похотливая, пубертатная такая дрень. Чёрт! Да подожди, сейчас я тебе помогу. О, или нет? Или подожди. Как это работает? Почему фонарь светит не так ярко? Эй, сюда! Куда? Это боец Фир? По всей видимости, да, на клона он не похож. Я тут что-то вообще заплутал так? О, птичка. Подожди, а чё я кругами-то хожу? А, ну правильно. А я думаю, чё я так это... Да погоди. Фигня. А! Держись, я сейчас приду. Смотри, смотри, дурак, у тебя сзади. Черти. Ой, давай. Подожди, это негр был? Не, негр вроде... Негры вроде запенетрировали. Давай сюда. Что за бред? Черт. Подожди, а как я? Почему все? А я могу, может быть, по борту? Эй, сюда! О, Left 4 Dead. Это нет, это не Left 4 Dead, это Fear. Первое. Ой, какой первый? Второе DLC к первому Fear уже. Потому что. Первое это была. Какая первая же была? Этот Extraction Point. Дальше. Персиус Мандат. Неужто Фир кто-то не знает? Подожди, а нахера я сюда пришел? Как мне отсюда выйти? Держись, я сейчас приду. Смотри, там кто? Держись, я сейчас приду. Ой. Что делать теперь? Хочешь попробовать? Подходи, ублюдок! Мне его спасать надо или нет? Давай сюда! А-а-а, я понял, меня трубой ебануло-то. Вот в чем дело. Было паршиво, почти как в Амарилло. Какое Амарилло? Скорее, Моррисон уходит! Что-то... Подожди! Что-то схватило меня за ногу! Ты ж негром только что был!
Меня держат. Сука, за ногу! Транснига ебаный. Да помогите же! Да чем я тебе помогу? У меня и фонарь даже не работает. Я тебя только пристрелить могу, если что. Странная дичь. Абсолютная. Блять, бочки какие-то. Опять это сволотень. Сожрали почти. Не страшно. Вроде живой еще. Как говорится, без руков. Спасибо, что живой. Чё за хрень, блядь? Парящая. Чё с патронами происходит? Почему он не показывает, блядь? Сколько конкретно осталось всего? Так, как аптечку сожрать? На М вроде, да? Да блядь, что он делает? Подожди, М аптечка? Нет, М это убрать. Подожди, как управление? Нет, не краю фир, просто фир. First and Conquer Assault Recon, если быть точным. Федеральная единица агрессивного реагирования в нашем переводе. Неправославном. Команда управления. Так, действия. Бросок. Подожди, может быть, аптечка на Ю, ебаный ж ты в рот. Почему так? Почему фонарь на В? Не наив. Бля, я так чую, мне тут надерут задницу. Прям совсем скоро. Подожди, а можно сохранить? О, быстрое сохранение на F5 работает. Твою мать, а. Сука, всегда смотри под ноги. Тварины. У меня патрон не осталось. Практически. Подожди, как открыть дверку? А F, блять, пиздец. F10, а вот эти вот вещи я не знаю зачем. Вообще, вот просто. Тут практически на одном месте крутишься. Бред. Ну, тогда бы она не была фир, поэтому ФСП не проще. Где сволочь? Бесит невероятно эти сволочи. А у меня патрон-то скоро закончится. Ну как? Скоро, 26. Ну, короче, в общем, скоро. Не совсем понимаю, куда идти. Все, вроде закончились. Очень нужны патроны. А где их взять? Пока не очень понятно. Сталкер. Сралкер, Максим, сралкер. Я хоть вообще в правильном направлении иду? Я не понимаю.
блядь, навигацию какую-нибудь для дебилов назначили. Хотя вроде игра-то коридорная. Я сохранюсь. Всегда сохраняйся, Максим Пяткин научил. Но сохраниться можно не вовремя, например, как я в том же самом Макс Пейне с гранатой под задницей. Эй. Блять. Надо запасаться всем делами. Этот морфий введен. Подгузник сменен. Осталось 3 подгузника. Неужто вниз? Подожди, отсюда я пришел. Значит, мне сюда. Я так полагаю. Наверное. Что за унитазы? Разве бы не знали, что я буду в это играть? Да. Не знали. А стоило бы. Я играл далеком. Помню. В каком году-то она? В 2005 вышла. В 2006. Да, я вроде на правильном пути. Путю. Пути. Да что ты? Зачем ты перезарядился? Зачем такой слоумо каждый раз? Я и без него прекрасно отреагировал бы. Если я и так во все подряд шмаляю. Так сохранюсь на все случай. Глава вообще должна уже к логическому своему завершению бы подойти. Потому что, ну, блядь, сколько можно бродить? Да, вот, все, наконец-то, блядь. Фонарик, да, похоже, по всей видимости, аккумуляторный. Какой? Он еще может... Ну, он его, скорее всего, там, знаешь, как в метро, такой, подзаряжает. Вот, чтобы не это самое... А то ж она обратно же наполняется, правильно? Вот, какой он еще может быть, если не аккумуляторный? Так, мне надо ВК перепроверить. Потому что что-то уж люто он залютовал. Люто залютовал, молодец, всегда так говори. Так, короче, пока там обновляется. Эпизод 4. Разрушение. Бездна. Ситуация. Взрыв вызвал вспышку паранормальной активности, угрожающему всему району операции. Лейтенант Чен погиб при исполнении служебных обязанностей. Рекомендуется соблюдать максимальную осторожность. Задача. Останьтесь в живых, ну это самое главное. И поднимитесь на поверхность. Найдите уцелевших бойцов Фир и Дельты. Найдите и задержите Гевина Моррисона. Сейчас надо этим, по всей видимости, заняться. Так, редуктировать. Что-то уж он совсем контакт сраный охренел. Другое, сохранить. Как-то он, блядь, не ранжируется совсем. Меня это очень напрягает. Имеешь в виду фонарик своей физической силы. Третья рука. Ну, да, наверное, где-то. Может быть, он членом ее долбит по нему. Потому что... Что за 3 точки там слева в левом углу? Блять, нахрена? Я промазываю просто. По кнопке. По кнопке замедления времени промазываю, и получается, я еще и перезаряжаюсь сделать
три выстрела. Так, ну, если в 33-м метро это оправдано, там он, ну, он хотя бы это видно, то, что он там это руками тягает вот это вот все дело, да? То тут непонятно вообще, как он заряжается. Но с другой стороны, технологии, почему такие артефакты, блядь, что с игрой? Ну, можно, конечно, списать это все дело. На современные системы, да? Что? И в окне она не очень может работать. Но, ну так, просто для своего удобства я как бы в окнах практически всегда. Тут, смотри, тут везде двери открыты. Все дороги открыты. Подожди, а тут по идее... я что-то взял. Аптечки. Всегда бери аптечки. Всегда сохраняйся. Блять, ненавижу воду. Этих тварей. У меня был фонарик, который надрачивает. Да, Максим, я знаю такой. Он у меня тоже где-то был. Но он на тяге. Ой, я нащупал кнопку Т. Замедление времени, наконец-то. У него звук еще такой противный был. Аккумуляторный. Типа. Блять, противный очень. Невероятно. Закрыл. Всегда закрывай двери. За собой этому научил нас кто? Left 4 Dead. Кажется. Или Last of Us. Не помню точно. Или Амнезия. Скорее всего, Амнезия. Кто-то, кто там ползает, блядь? Нет, иногда, конечно, страшно хочется сменить себе подгузник, но... О, это я удачно зашел. Надо этот, отдрочить фонарик обратно. Подожди, а там что-то еще может быть? Взять, нет? Крыс. Так, подожди, надо дверь закрыть. Главное не заблудиться, блядь. О, хер его знает, откуда я там пришел. На поверхность, блядь, почему... Сразу на поверхность нельзя. Прямиком, блядь. Да отстань, сволота. Птичку придется сожрать. Почему такими окольными, блядь, путями? Подожди, с какой стороны? А, все, я понял. Так. И куда делось кровавое вот это пятно? Типа, я его победил и все? Да что так? Такое-то, а? Подожди, а, ну, вроде близко уже, да, к поверхности. Наверное, я надеюсь. Я ненавижу прямо крайне, блядь, люто. Ненавижу канализации, ненавижу... Подожди, а почему? А, надо сначала, может, тут что-то взять. Не-не-не, дрободан. А, ненавижу джунгли еще. Поэтому... Так, где там... место первого оружия, потому что его... Опа. Так, пока с дрободаном походим. Потому что его, да, его тупо много.
сохраниться. Гоняйся. Максим Пяткин научил, да? Тут еще какие-то точки сохранения, которые лагают, блин. Я тут... А, всегда, блядь, просто люто ненавидел такие вещи. Что вот так вот. А, тут закрыто, ясно. Ненавидел такие тоннели, тут подходишь к двери, она закрыта, поворачиваешься, а тут какая-нибудь ебота. Никого? Надо переглотнуть. Хорошо, пти... А, ты подожди. А, ты еще через какое-то время. Нанеси... Не знаю, слышит ли меня кто-нибудь. А, я слышу. Да, помогите! Какого черта? Да. Отстань! Дрянь! Подожди, а где лестница? Блять, что за дичь вообще творится? Блять, я нахер вообще не понимаю, что происходит. А, во-во-во, все-все-все, нормально, сохраняемся. Лицо в лицо! Просто. Да, о, лестница в небо, блядь. По всей видимости, надо на лестницу, ну, потому что это вверх. Сохранюсь. А, в данный момент невозможно. Еще кто-нибудь сзади за жопу бы не укусил. О! Так, закрой дверь. Аптечки, аптечки. Аптечки надо жрать. Точнее, пока не надо, пока их просто надо брать. Сохранить. Подожди. А, клонов-то обрубили, но на всякий случай их лучше. Подожди, а что не берем? Все? Комплект? А нет, еще не комплект. Нет места. Ну, нет места, я сожру имеющуюся аптечку. Подожди, а ящики нельзя открывать. Так, сколько там? 60 патрон, 45. Не, пока за дрободаном можно походить. В принципе. Эти трубы. Мы взяли Моррисона. Можно себя продавить как-нибудь? Я видел в каком-то спидране то, что через эти, через решетки себя продавливаешь туда. Как бы это очень сильно экономит тебе время. Так, а как... А, вот, есть гранаты. Есть турели. В принципе, жить можно. Вот он. Кто он? Почему его так дергает? Наблюдаю.
Блядь, подожди, а где? О, на такой, наверное, проще заменить, потому что у этих товарищей такие, да? Сожрать аптечку. Блять, а я-то дурак, пешком хожу. На, это же можно на бег переключаться. Так, сейчас подохну еще тут. Я не знаю, куда идти. Но надеюсь, куда-то сюда. Блять. А граната на какую кнопку? Управление, команда управления, предметы, бросок оружия. Граната. А, короче, просто кидать. На 4, да? Так, я знаю, товарищи, вы... В укрытие. Блять, а как кинуть-то ее? А, управление, команда управления, прыжок, приседание, наклон, ходьба, действие, огонь, рука, бросок гранаты, мышь, кнопка 2. Мышь, кнопка 4, пускай будет. Как вам? Такой вариант. Трупа в укрытие. Укрытие. Подожди, аптечку-то надо заюзать. Это дичь вообще просто сходит. Так, 21.55, 21.46, вот, наверное, быстрое сохранение. Что это упало? Подожди, а зачем? Зачем она там? Можно опять помереть? Не видно ни хера ровным счетом. Подожди, а если я подойду, она ёбнет? Можно забрать? Блять, вообще экшон! Экшон! Экшонище! Просто.
Так, вроде все, да? Так, а та граната взорвалась. Все отлично, надо сохраниться. О, нога! Кстати, коснуться до ноги можно было. В прошлом стриме в каком-то. Мы это делали, да? О, вот так вот, типа, да? Коснуться до ноги. Блять. Я когда-то обещал. Ну, будем считать, сделано. Главное, патрон подобрать побольше. Хороший ствол. Имбовый. По всей видимости. Так, это клон. Да, это клон. За разгрузочными работами. По всей видимости, ребята занимались. Так, на метро, на станцию метро уже вышли. И это хорошо. Не пошел я направо, хер его знает, что-то там. Ты живой? Блэк книга. Паттерс. ПДСМ. Так. Короче, там какая-то дичь. Лучше наверх. Сержант. Я. Слава богу. Черт, похоже, Чену не удалось выбраться. После взрыва тут все отключилось. На второй отряд надежды мало. Насколько я понимаю, в момент взрыва они все были в здании Армахема. Кстати, насколько я понял, вот этот из Extraction Point, тут также события параллельно Extraction Point разворачиваются. Я хочу лично допросить сукиного сына. Вот, помимо того, то, что параллельно первой части и параллельно Extraction Point. А, замечательно. Так. Кстати, за победу. Так и не выпили. О, аптечки кто-то разбросал предусмотрительно. Здоров. А ему насрать все. Прям. С ним все плохо. Погоди, а валын-то... Валын такой, валын... Не, тогда не надо. Следующая глава, наконец-то. Вторжение, там чё, для перекура, говорю, до перекура долго еще нет? Очень хотелось бы. Маленечко перекурять. Так, эпизод 5. Вторжение. Реликт. Ситуация. Восстановлена радиосвязь с капитаном Рейнсом. Других признаков наличия живых существ в городе не обнаружены. Нормально. Гражданское население либо эвакуировано, либо исчезла без следа. Гэвин Моррисон захвачен наемниками. Задача. Проследуйте за наемниками и выясните, откуда, куда они ведут Гэвина Моррисона. Блять, кто такой Гэвин Моррис? Кто послал наемников? Почему об этом все молчат? Почему игра не говорит? Почему она не рассказывает? Моррисон должен быть где-то здесь. Будьте настороже. Этот гад не должен улизнуть. Попытаюсь быть на страже, на всякий случай вот этих товарищей нигилировать. Аптечки, нужная вещь. Молоток! Вот еще бы молоток взять. Да зачем ты это выкинул?
Пистолеты мне не нужны. Не нужны мне сейчас. Может быть, конечно, они потом понадобятся, но не в данный момент. Не в конкретном случае. Можно сохраниться. Похоже, у наемников есть база где-то в твоем районе. Найди ее. Найди ее. Блять, молодец такой, говорит, найди ее. Весь, а где ее искать-то буду? Что-то там наверху вроде. Даже если все провалится в ад, работа должна быть сделана. Я хочу знать, кто эти наемники, чего они хотят и кто им платит. А можно тогда аптечку лучше сожрать, а вот эту вот взять? Ну, взять. Разводной ключ взять. Газовый. Так, ну-ка. Сейчас вот... я не знаю, либо у меня паранойя, либо они в какой-то момент, эти товарищи, могут ожить. Да, через эту херню не прострелить. А, дверка открывается, нет? Шо, бля, вот эту вот скотину. Что-то прям вообще... Бля, не простреливается никак. Слушай, а если... Дай сохранюсь. Может, если... О! Смотри, как хорошо. Да, не докинул. О! А то хрен его знает. Чё там произойдет, блядь? А так хоть это самое ми... Минус. Бля, вот это как... Сахуя он улетел, блядь. Так давай вот это что-то поменяем на это. Вот это вот дрянь. Убер дрянь. По-моему, с одного выстрела всех херачит. Это такая вундервафля. Местная. Можно тут посмотреть, смотреться? Что тут происходит? Не знаю, что сделал, но... Видимо, если сделал, значит надо. И, видимо... Теперь надо пройти назад. Сейчас смотрим, что произошло. О! Кто-то хотел прийти. Можно как-то выйти? Что за хрень? Долго. Я, по-моему, в 15 минут начал. Если я не ошибаюсь. Клоны снова зашевелились. Вот. Ничего не понимаю. Вот. Клоны зашевелились. Я предусмотрительно запенетрировал товарища. Вот этого вот. Большого самого главного педераста. И, видимо, сломал игру. А не, я отсюда, вернее, пришел. А, вот что это открывает. Да в смысле? Я ж только что открыл.
Можно я тут постою, пока там они не угомонятся? Так, есть две турельки. Погоди, откуда он стреляет? Да где ты? Помогите. А, понял. Так хотя бы видно. В принципе. Бля, о, гадина, а? Попал. Откуда их столько, блядь? А, ну это тот же. По всей видимости. Все? А, нет, еще музыка играет, значит, еще не все. Блять, сволота, сволота! Бля, можно как-то... Подожди, управление, параметры игры. Может, существует какой-нибудь... Я так долго, наверное, буду проходить. Бля, какое изображение? Управление... Статус, наверное. Сообщение команде. Так, ну-ка. А, вот. О! Все! Я немножко охуел. Клоны снова зашевелились. Ничего не понимаю. Они с этой стороны, да? Кажется, пойдут-то. Можно их как-то тут подождать, я не знаю, или... Противник? Да. Да. Блять, все у меня... Палец не попадает по правой кнопке мыши. Так, на какую там тюрелька? Седьмую, да? Сейчас этот большой товарищ придет и... Надо с ним... Что-то делать. Где он там, блядь? О! Все быстренько очень заканчивается-то, да? Он не знает, в кого даже стрелять. Такой лайфхак по прохождению.
Да подожди, можно дрободан? Где он? Подожди, я его не вижу. Кого они стреляют? А, это мы уже все. Трындец. Подожди, 4 граната, да. Вроде все нормально. Смотри, какой красавец сидит туда. Такой. Рабадан, православный. И погнали. Так, вроде туда, наверное, да? Вглубь. Так намного, намного быстрее получается. А то сейчас бы 3 часа тут херачил бы. А почему тут в разные стороны? Подожди. А, это не открывается. До конца. А? Плохо фонарь заканчивается. Подожди, а что у меня осталось? У меня на кнопку 5 что-то осталось. Так, ну можно, наверное... Нет, дрободан, в принципе, вполне себе. Хотя... Вот этих патронов больше встречается сейчас, в данный момент, на уровне. С патронами может быть очень такая патовая ситуация сложится. Нет места. Спасибо. А что там, аптечка или что? Кокос! Ну-ка! Кося! Он решил обои пожрать. Приходится отгонять. Подожди, а па-па-пам, отсюда я пришел. Сохраниться. А, нет места для... Так, ага. Ну, я наверх просто пойду. Наемники какие-то. У них, по идее, нормальные кошерные стволы должны быть, но... Но почему-то не у этих. Но это клоны обычные. Опять они зашевелились, опять с херовыми автоматами. Так она еще эта дрянь херачит и клонов, и почему-то одновременно они все померли. Сейчас какая-то херня начнет, 100 пудов.
О, пикселит. Непонятно почему, блядь. Стоять! Сука, ёбаная дырякула. Пять. Сука, вот это что такое? Ну, возможно, особенности оконного режима. А, так. Да, я не в ту сторону пошел. Вроде, да? Отстань! Блять, где дрободан? А, все. Так, короче, объявляю перекур. Безжалостный и беспощадный на 4 минуты. Потому что невозможно это больше терпеть. Так, где это? Секунду. Перекур. Все, короче, 4 минуты перекур, дальше продолжим.
Прямо стойкое ощущение, что контакт опять куда-то не туда. Все это закинул, посмотрел. В статистике все очень плохо. В отличие от предыдущих. Мув, я не знаю, может быть игра такая. О, здорово, Андрей на ютубе пришел. Здорово, дорогой, как дела? Сейчас продолжим. Буквальненько через минуточку, секундочку. Поправить надо. Разговор, конечно. Блять, я не понимаю, почему контакт периодически закидывает стрим в категорию разговоры. Вот это вот мне непонятно. Так. Все вроде. Вроде все кушерно. Вроде бы. Да, все. Теперь там, где надо. Суп, суп, это хорошо. Так. Перекур выключаем. И продолжаем эфир. Внезапно. Кстати, ваше здоровье, господа, за победу. Точнее, ну, за победу. А сегодня намереваюсь закончить. Опять же, напоминаю, эфир. Манду, в смысле, Персиус Мандат. А, тут закрыто. А, интересно, вот так вот может это сделать? Всей видимости, нет. И ничего особенного. Так, контрольная точка. Сейчас какая-то дичь начнется. Либо сзади, либо спереди. Ну да, правильно. Морфий втрепал. И... интересное кино. Какие-то непонятные звуки совершенно. Огонь. Блять. Что-то вообще дико лютое. Вот эти, я, насколько я помню, вообще уже наебался несколько раз. Вот эти вот хреновины темные, надо обходить прям очень лютой стороной. Что всякое еб... Почему подергивает, блять, я не могу понять. Станьте сволочи. А, это китаец, которого утянули, которого сожрали. От него осталась одна печень. Лабиринт, понятно. Я смотрю, пиво на полу стоит, вчера не мог. Ну, так это, допей сегодня что-то. Вот. Вот хороший стрим. Че бы не допить, да? Блять, че так все непонятно. Непонятное подергивание просто. Так, лужа. Понятно. Ну что лужа? Мычание какое-то. Мычание. Неужто наш брутан, ну или не наш брутан, Пакстон Фетель, или же в простонародье, как мы его зовем, Николас Кейдж, объявился вновь? Блять, да кто его за жопу кусает-то, я не могу понять. Почему его дергает? Вообще какая-то непонятная дичь.
Ну, замечательно выбрался, да, из глюнов. Пришел туда, откуда пришел. Так, у меня код. Сейчас. Код пришел. Его нельзя не пустить. Вчера начал пить. Он вдруг позвал кальянить. Там пару попали. Ну, понятно. На это самое надымил там. Пять. Набульбулировал, да? Так, надо сохраниться. Всегда сохраняйся, а тут еще и контрольная точка. Все закрыто. Херам. Подожди, а почему? Блять. А как туда попасть? Подожди. Как-то ж можно? Подожди, как бить? Ага. Так вот. Не попадает. Не хочет. А, может, с разбегу как-то? Нет. Так тоже не хочет. Сюда, наверное, да? По всей видимости. Или может как-то с той стороны можно зайти? А, нет. Тут стена. Дверь закрыта. Ладно, плевать. Пойдем дальше. Тут закрыто. Ясен хер контакт! А, это пауза. Давайте ближе-то подходите. Проще забрать, мне кажется, да? Вот так вот. Вот так вот. А есть гранаты еще? Подожди, а, на четверку, о, еще две штуки есть. О, как хорошо попал! Как замечательно, да? Я надеюсь, мне в эту сторону. Ну, вроде да, сохранится. О, мина. Ну, вернее, турелька. Маленько. Пригодится. А чё они убежали?
контроль, у нас одна цель, как поняли? Вас поняли, одна. Дичь какая-то. Вот. Нужно, по крайней мере, патрон дали. Хотя бы. Так, не, вот эту вот дрянь оставим. Пригодится. Если вдруг робот дикий. Так, что-то я начинаю припоминать эту локацию. Что из Extraction Point, кажется. О! Вот. Вот ради этого только. Вот, вот только ради этого я и хреновину эту и таскал. Почему нельзя ракету хрень у него взять? Было бы здорово. Подожди, а в какую сторону теперь идти-то? Шел-то я отсюда. Да. Пришел-то я отсюда. Осталось теперь понять, куда. Двери закрыты. Даже может быть. Да не. Бред какой-то. Должен же быть, блять, выход. Подожди, а чё не берется-то? А? Чё за херь? А, ёпта, вот дверь. Все так неочевидно. Так, надо подождать, пока они там это. Стреляется что-то. Что-то стрёмное. По всей видимости, там происходит. Ну да. Найти, задача найти какого-то чувака и узнать, причем тут наемники. Следующая глава. Вторжение. Базовый лагерь. Ситуация. Клоны снова активизировались. По неизвестной причине. А мы знаем, Николас Кейдж вернулся. В виде призрака, по всей видимости, потому что в третьей части он будет
В настоящее время они штурмуют депо. Их цели и задачи, а также личность их командира не установлены. Задачи. Избегайте контактов с клонами. Проследуйте за наемниками и выясните, куда они ведут Гэвина Моррисона. Это предыдущая у нас задача такая же была. Вот, ну и сюда дотопал я. Как дальше быть? Как дальше жить? Будем смотреть. По ситуации, по обстоятельствам. Рабадан православный. А, иного быть не может. Так, ноутбук. Ключевому персоналу немедленно прибыть на вертолетную площадку. Найдете Моррисона, немедленно ведите к командиру. Они с сенатором доставляют нам слишком много проблем. Действительно. Он сказал «сенатор». Похоже, Моррисон тоже замешан. И наверняка кто-то выше. Да блин, да выберись ты! Уже. То есть, что за дерьмо? Вот, все, надо вот так вот. Все. Вроде разобрался с этим делом. Подожди, я сверху пришел, да, кажется? Или снизу? Или сбоку, я не помню. Короче, не знаю. И так вот интуитивно куда-нибудь пойду. Наитию. Может быть, куда-нибудь приду. Пропускай все на свете. О! Еще один ноутбук. Эти твари из темноты убили шестерых наших. Берегись темных мест. Берегитесь темных мест. Хорошо. Сейчас какая-то дичь начнется, я так понимаю. Сохранится. Случай. А Альма же вроде помогать будет, либо... Объект проник за периметр. Ложись! Вали его! Кто-нибудь пулю. Либо она помогала только в Extraction Point, либо в первый, я не помню уже. Подожди, это откуда? А, понял. Я вот, к сожалению, не помню, слишком давно играл. Ну как, давно, последний раз, по-моему, в 2004 году, да, делал, типа, краткий пересказ всех частей эфира и... Первого Фир и Extraction Point, и Persus Mandate, и второй части, и Реборна, и третьей части. А туда проникнуть-то можно как-то? Видимости, да. В депо обнаружены клоны. Будьте осторожны. Если честно, пока все штатно. Действуем по предписанию. Я уже заметил то, что в депо... А, нет, подожди, это наемники. Ну, клонов тоже видно было. Так, то у нас что, аптечка? Ну, пока не надо.
Так, подожди, у меня турельки вроде были. Бля, все, закончились патроны. Нет. Он ушел. Мы потеряли троих. Ебать, там взрывы! Ты его видишь? Кого она стреляет, я не пойму. Бля, не видно ни пизды вообще. Очень темно. А, все. Так, а можно? По всей видимости, не можно. Так, о. Блин, жалко, первого нету. Для первого оружия патрон не нашел. Очень жаль. Очень жалко. Контрольная точка. Сейчас что-то будет, по всей видимости. Бадана до хера патронов, но пока я им пользоваться не хочу. Если есть вот эта дрень. О! Заодно и первому чуть-чуть подобрали. Нет, ничего интересного. А то бывает, о, в таких местах что-то прикольное. Лежит, типа мини-турелик. Так, если дают много оружия, это неспроста. Это очень-очень неспроста. Ой, как неспроста. Значит, дальше будет худо. Я по несколько раз сохраняюсь, на всякий случай. Еще контрольная точка, отлично вообще. Значит, точно. Морисон, половина города взорвана к чертям. Черт возьми, что ты творишь? Мне плевать, кто ты такой. Я сворачиваю. Что за хрень? Собирай чемоданы и убирайся. Собирай чемоданы и убирайся. Отлично. Сейчас дойдем до Моррисона, по всей видимости. Найдем. Да, и тут и аптечки, и вся херня вон, сколько висит. Датчики засекли нарушителя. Убить его. Ой, разорвало мою дрянь. Так, тут не прострелю точно. Что ж его так пидорасит? Наемник. Фантом, типа, или как его там. Уничтожить его. Все позаканчивалось нахер. Прям совершенно. Остался только Дрободан. Но он православный, поэтому все хорошо. Ты куда? Отбивную землю.
А почему сквозь пролетает? Так, вроде все хорошо. У них ничего интересного, у этих товарищей. Совершенно. Так. Надо сохраниться. Блять, хорошо, что никакой хуеты не выскочило. Это да, конечно. Было бы неприятно. Эй? Да, я? Чё? О, вот это он. Это Моррисон. Дайте ему рацию. Ну а как тебя... А. Взял такой... Ну что, скотина? Это того стоило? Вытащи меня отсюда! И за каким чёртом нам это делать? Ты должен меня спасти, они убьют меня! Это ваша проблема. Сейчас ночные пытаются заполучить ее ДНК. Какие ночные? Чью ДНК? Ее звали Альма. Она была основным донором и в Источнике, и в Персее. Блять, у нас координатор должны были отдать один мне. И тот же во всех Ты частях. Ты бы лучше не порол чух. Фир, Extraction Point, Персис Мандат. Я его знаю. Мы ну, сможем их опередить. Полярочки, что ли, я не понимаю. Ладно, сержант, отпустите его. Нихера не помню. Отпускаю, давай, иди отсюда. Ты со мной пойдешь. Пойдешь со мной. Надо поторопиться, иначе можем не успеть. Пошли, товарищ. Если мистер Моррисон попытается сбежать, пристрелите его. Окей. Мистер Моррисон. Тоннель там. Где там? Это где-то здесь, в одном из этих зданий. Тоннель там, говорит, это где-то здесь, блядь. Я конец, все, я конец помню. Сюда вертушка прилетит. Что это, возможно, здесь, внутри. Одна из последних миссий. Сейчас он, короче, наберет... Уже в стене, вот он в стене наберет. Сейчас спустимся там в катакомбах, пока туда-сюда. И конец потом будет. Это я точно помню. Заставочка. А! Не думал, Николас Кейдж, наш любимый братан. Живой. Скотина. Разведка, лабиринт, ситуация. Гэвин Моррисон сообщил, что группировка наемников наносит ими ночные. Внезапно. А ее следующая цель – ДК некой Альмы. Моррисон взялся отвезти сержанта Фир на заброшенный объект Армахима, где хранятся эти материалы. Задача – проследовать за Моррисоном по тоннелям на объект Армахира. Но ведь Бакстон Феддл мертв. Да сейчас. Я только хотел его спросить, а он взял и исчез. Сержант, скоро связи не будет. Я в нескольких милях позади вас. Встретимся на острове. Встретимся. Наверное. Вот эти вот лифты... целый бункер. У меня с ними очень неприятные воспоминания, очень страшное говно в этом эфире приключалось с ними. Ты заходишь, а тебя куда-то в бездну просто пиздят. Чит. А, я думал, оно в воздухе висит. Так, надо открыть, по всей видимости, герметичную штуку. Черт, закрыто. Сейчас откроем. Не Пульт сы. Управления должен быть где-то рядом. Почему Ой. Бы тебе не сделать хоть что-то? Да все, открыл я уже.
Все. Похоже, открыто. Все нормально. О. Поп. Она была мертва уже 3 года. Такие флешбеки, блядь, просто. Когда в первый раз пришла ко мне. Ее боль была столь сильна. Это, возможно, ты ведь правда это видел? Использовали в 3-м эфире, когда мы еще трейлер озвучивали. Я помню, на выходе практически. Что-то эта мать явилась мне, что там такое было. И что? Фэддл мертв. Ну-ка. Я только хотел его спросить. Он взял. Почему ты помер? Как это произошло? Не будет. Я в нескольких милях позади вас. Встретимся на острове. Блять, и уровень сначала. Не, ну благо тут недалеко. Надо сохраниться будет перед веркой. Все. Я понял теперь, что ожидать, в принципе. Так что можно это сразу нитрироваться, двигаться. Двигать задницу. Короче, чагу. Свет включу, а то, блядь, не видно ни пизды. Черт, закрыто. Сохранить, что ли? Ай, черт, смотри. Смотрю и вижу. Она была. Можно как-то пропустить вот это вот. 3 года. Вот это вот все. Когда, да? В первый раз. По всей видимости, нет. Ко мне. Ее боль была столь сильна. Физика! Ты ведь что, правда год? Это класс. Видел? Не, на самом деле. Пробежал кое-как, с горем пополам. Надо сохраниться очень быстро. Так, тут, по всей видимости, надо опять рычаг. Че, помер? Да, помер наш Бориска. Борис. Но не бритва. В этого как раз таки попадешь. Вот он. Разведай. Ой! Зато есть православный дробатан. Вот так вот. Работают. Фир. Мордой в пол. Так, вот эту вот хрень мне надо, наверное, взять. Место. Да, блядь, да господи. Вместо вот этой вот ереси. Нормально, кстати. Весч. Сохраниться. Сожрать аптечку. И взять новую. Всегда сохраняйся вот просто. Блять, гранатами кидаются. А где вы? Бля, из-за этого дыма не видно вообще нихера. Шесть патрон. Люто. Музыка играет, значит, это еще не конец. Где-то кто-то сидит. Так, может быть, у него? Подожди, а чё? А, во-во-во. Все, нормально. У тебя патрон можно подобрать. Прям что-то
А то прям что-то совсем нет места. Сожрем одну аптечку, возьмем другую. Сохранимся. Так, ну, вроде, наверное, на правильном пути. Да подожди, ты где? Так. Гранат, гранат надо выбрать. Нужно прикрытие. Надо чаще замедление использовать. Патрон-то мало. И в дыму не видно ни пизды. Такая вот игра. Классно. Не, на самом деле, кошерно прям вообще очень. Фир мне очень нравится. Это первая трилогия. Я имею в виду Фир. Extraction Point, Persius Mandat. Очень хорошо, очень кошерно, очень хороший, отличный искусственный интеллект. В наше время такого не найти, увы. Надеюсь, ты слышишь меня. Я настроил рацию ночных на нашу частоту. Должно работать под землей. К сожалению, прослушивать их переговоры мы не сможем. Эти парни умеют заметать следы. К ним не подберешься. Но я раздобыл схемы завода клонов. Они построили эту штуку под заброшенной шахтой. Вырыли пещеру в скале. Сколько лет рыли? А, я не понял, зачем вот это вот здесь. Скорее всего, вниз. Фонарь, если закончится, будет прям вообще не неприятно. Надо подождать сейчас. Перезарядиться хотя бы. Подожди, я сидя или стоя? А, я сидя, блин. А, все, теперь стоя. Надо чаще сохраняться. Ну и тут контрольная точка. Скелета. А я помню, тут оружие такое было. То есть оно моментально прямо испаряет. И остаются только кости. Отряд рассыпаться. Я послушаю. Ясно. А, давайте секундочку отвлечемся. Чтобы наполнить кубки отважными напитками. И выпить за победу. Так, ну, бонзай. Крысы-читер из кустов, короче, просто. Что-то там взорвалось. Я, когда нажимаю на перезарядку, я почему-то задеваю еще замедление времени. Не особо понимаю, откуда это все летит в меня. Кто-нибудь видит цель?
походу на пролом придется идти. Бля, чё все дергается? Так, вроде все, да? Слишком темно, нужно больше патронов собирать у этих товарищей. Ну, можно было, в принципе, фонарь включить, но фишка в том, что эти дятлы, они все замечают, все подмечают. Опять же, повторюсь, искусственный интеллект очень хорош, причем чем выше сложность, тем, соответственно, больше они будут ебать. Анально и не очень. Я проверю. В укрытие. Ложи. Видишь цель? Очень плохо. Какой-то вундервафлю какая-то у товарища. Антон. Так, а можно или только низом? По-моему, как раз вот это вот испепеляющая гадость, но у меня слишком мало патрон. Вроде бы. Хотя. Оставим. Но все-таки желательно бы тот стол иметь с инфракрасным. Как бы. С прибором. Так сказать, ночного видения. Глаз не вовремя. Глаз не вовремя зачесался. Кто? Упяка стреляет? В смысле, утка? Или кто? Кто? Это из Дума практически. Практически из Дума Волын. Просто выжигает. И точно! Это лазер! Просто голову снял! Не, прикольная вещь. Так, аптечку надо заюзать и сохраниться. Аптечек очень мало остается, прям крайне. Крайне мало. Не знаю, может быть, наверх тут. Если лестница есть, значит, надо наверх. Не сохранится на всякий случай. Я вот так всю игру ходил. Проходил. Я не знал то, что если нажать на альт, он начнет бегать, блять. Никто не знал. А он, сука, бегает. Доложите автономку. Он положил весь отряд. Он близко. Так, трабадан мне пока не очень нужен. У меня он есть, у меня он фуловый.
Мимасы 2010 года. Не 2010, Максим, 2007-2008, потому что я помню, я в 2008 году в этом в интернет-клубе работал админом. Вот, и там это самое. Я помню, по этой полупячке лазил. А оттуда что-то, по-моему, на дверь даже распечатывали себе. Вешали. Плакат типа. Бля, что за фигня? Тут. А, назад надо идти. Все видимости. Я правильно спрыгнул? Что за хрень? Из инвиза, причем, блядь, с трех выстрелов убивает. Что-то сильное взорвалось. Оценим обстановку. Блять, кто-то бочками швыряет. Яйца. Тут хотя бы. Хотя бы есть гранаты. Ножка. А вот это вот вообще дичь. Попрыгай. Так, гранаты у нас на 4, да, вроде? Пригодятся. Медведь, демотиваторы, бля. Да, демотиваторы. Подожди, а отсюда я ж пришел, нет? С какой-то. Ну, уже насрать. С какой стороны я пришел? Зачем вот это было надо? Зачем я скакал? Видимо, я. Что-то упустил. Я явно не запрыгну. Блять. Сука, опять глаз зачесался, задел. Сраный планшет. А, вот дверь, ёпт. Вот он. В смысле, вон? Там. Где Ребят, там? Понял. Ух ты! Как? Рванул-то, да? Право впереди. Еще кто? Че так все пидорасит? Не видно ж нихера, блядь. Можно я пока так постою? Немножко глотнуть. От какого бревна? Заложить автономку. Так, погоди. Там нужно подкрепление.
пополам. Просто. Я вроде понял. Тут по музыкальному сопровождению можно догадаться, когда все, когда не очень. Да подожди, да дай. Музыка начинается, значит, все, замес, замес. Как только заканчивается, значит, все. Так, это вот эти кра... А, нет, это не та. Та прям темная-темная крыбиная яма, блядь. Сука, неужели опять наверх придется идти? Из этого говна всего. Темно же. Блять, пока прицел включаешь, как будто какая-то ебень на тебя нападает. А, это наш друг-брат, сват, китаец. И чего? И зачем вот это вот мне? А как выйти-то? Прикольно. Есть. Заметила движение. Ты его видишь? Ответьте. Может, кто-то спустится ко мне, нет? Сам. Сам я что-то не очень хочу на них выходить. Огонь. Да что-то попал он мне куда-то прям. Так, хорошо. Все, хп снес почти. Там закончился или нет, блядь? Он стреляет или нет, блядь? Чё-то не могу понять. А, вот все, теперь стреляет. Блядь, 6 хп. Песос. Нужна аптечку еще одну. Вроде взял. Аптечки пригодятся, я так понимаю. Раз они тут раскиданы. Да чё, сука? Какая-то электрическая хуйня там в темноте. Нас ждут из темноты, блин.
Что-то стрёмно выходить из этого всего говна. Из насиженного места. Тут лифт хотя бы есть. А. Сохранишь. Блять, поднял-то. Тут вон лестница даже есть. Моррисон, мир его праху, говорил, что им нужна ДНК Альмы. Насколько я понял, весь комплекс состоит из трех уровней. Один — лаборатория, второй — производство, а последний — что-то типа хранилища. Ты должен добраться туда. Понятно. Короче, надо в хранилище. К Альма-Матер. Друзья, там... Что в эту сторону как-то можно? По инвизу? Ну, блядь, вы знаете, Рус, вы знаете. Я инвиз. Вещи, как бы. Можно я спрячусь? И стелс, вернее. Вещи прям вообще очень несовместимые. Можно я просто уйду отсюда? Ну, я хотя бы наверху. А чё их так много? А, эти ниндзяки. Это уже было, по-моему. Тут второй еще где-то бегал. О. Да чё за хрень? Понять не могу, какого ж хрена? Какого хрена он мне на гранату переключился, блядь? Решил, блядь, броню убить. Красавец. Так, у меня больше, по-моему, ничего нету, да? Только дрободан. Музыка играет, значит тут... А, о. Где там? Где там блядское замедление? О, там что-то прям вообще какой-то лютый пиздец. Где ты, ёпта? Нет, 2 хп. Все вроде. Музыка затихает.
Что-то мне это напоминает. В первой части. Коридор и Альма. Взрывает нахер все на свете. Гори. Это надо, что ли? Понятно. А, вон там лестница. Я ее сразу просто приметил. Да блять, кого ты бьешь? Мутант. Сохранится. Все. Уничтожение, эпизод 7, фабрика клонов. Ситуация. Вы проникли на заброшенный завод клонов Армахира. По непроверенным данным, там же находятся силы противника. Паранормальная активность возрастает по мере углубления на территорию объекта. Задача: проследуйте за противником в главное помещение объекта и предотвратите захват ДНК Альмы. Отлично. Будем стараться. Шо? Куда нахер денешься, да? По идее, последняя глава, наверное, должна быть. Там не знаю. Либо предпоследняя. Сохранится. Темно? О, светло. Почти. Блять, в какую сторону идти? А, вот. Блять, тоже тут тупой, запутанный уровень. Подтверждаю, цель в этом районе. Будьте начеку. Не видно ни хера. Дверь закрылась в самый неподходящий момент. Блять, без фонаря не так. Буду ходить, буду светиться. Вот так вот. Нормально. Так, а как мне... А, я понял. Пройти-то можно там. И гранат. А, нет, погоди, гранаты есть. Сохранится. Ебёныч не пропустил в чат, но это уже вопросы к ебёнычу или к чату.
Ебёныч бежать, в принципе, может и хочет. Может, и не попадает, не знаю, потом. Отняли детство. О, здорово, Николас Кейдж. Давно не виделись, бро. Отняли саму жизнь. Аптечку взял. Что за хрень? Бля, если здесь будет то этот огромный робот. То это будет вообще не круто. Который по лаборатории за тобой гоняется, и ты вообще не понимаешь, что с ним делать. А, нет, этот ноутбук не. Не этот ноутбук. Какие-то... Все фиксируй. Ничего не пропускай. Есть, сэр. Какие-то страшные вещи происходят. О! Что за черт? Тут еще какая-то третья сторона присутствует, по всей видимости. Даже четвертая. Альма развлекается. Я хочу с этой стороны пойти. А это комната, я помню, по третьей части, что ли, они там это более развернуто показали, вот это вот все дело. Там типа наблюдатели сидели смотрели. Как там, что? Почему и зачем? Закрыто. Там тоже закрыто. Зачистить территорию. Приказ понял. Прошу, садитесь. Вижу цель. Бля, чё у вас так много-то тут, я не пойму. Икшон. Напоминаю, там Макс Пейн должен быть в следующей неделе. Тоже надо закончить его. Сохраниться бы. Длинным предлагом. А, Альма ебен. Я понял, да, ты там проверяешь. Сохранится. Все, блядь, опять в сраный катакомбы. Мне это нихера не нравится, блядь, на самом деле. О, привет. Так, о. Да, блядь, ты дай послушать-то, что там. Объект изменился. Вы сами это видели.
Брайерс утверждает, что все это из-за нее. Руководство Армахэма объявило карантин и изолировало нас всех. Армахэм. Так, вроде нормально. Чё закрыто-то? А, это скелет выбросили, там отлично. Контрольная точка. Значит, сейчас будет что-то нехорошее. Подожди, я тут был уже, что ли? Чё меня кругами нахуй водят? Локация одинаковая. У нее. А вот еще это. Так, давай-ка на два пистолета. Так, Максим Пейн. Меня зовут Джон Брайерс. Я генетик из Армахэма. Работаю над проектом Персей. Нас тут держат... Серцей, блядь? Заключенных. Иди. Серьезно? Они там. Что-то... Что-то пошло не так со вторым прототипом. Мне никогда не было до него дела. Ёбаный дубляж, нахуй. Это невероятное говно. Вот эти, блядь, дубляж просто отвратительный. Местами хороший, но в целом отвратительный. Перцей? Почему Перцей, если он Персей? Вот, а его Церцей там. Или, может быть, мне послышалось, я в уши ебусь. Хуй знает. Опять вниз. Вообще непонятно, то вниз, то вверх, блять. То в бок. То влево. То вправо. Нужна поддержка. Тварь! Все. Кина не будет. Закончили. Теперь осталось подобрать патрон. Замечательно, прямо в днище логова вот этого всего омского пиздеца, наверное. Ну, я так предполагаю, то, что это все где-то в Омске происходит, в центре вселенского пиздеца. Сохранение. Висеть, да, то вниз, то вверх, блять. Влево, то вправо. Вот уничтожение, да, производственной зоны, я так понимаю, последнее, наверное, уже. Это потому что там как раз плюс-минус, ну, там на 3 часа, вот как я посчитал, как там человек проходил, проходил с первого раза, все. Нормально, не плутая, ничего там целенаправленно куда-то шел там. Вот, там примерно 3,5 часа. Вот, ну, это я, наверное, сейчас примерно так же иду. Вот, так что, наверное, как раз еще полчаса и закончу. 2 года
Два года длилось прохождение. Два года. Не, ну всей первой трилогии. И соответственно. Выбраться. А, ну значит, это предпоследняя глава, если еще и выбраться надо. Здорово, Джейсон. Здорово, Драко. Блять. Опять донейшн бот. Говорит, стрим сосет жопу, да. Игра тоже сосет жопу. Банжу, да, да. Привет. Ситуация. Так, эпизод 7. Уничтожение производственной зоны. Ситуация. Ночные продвигаются вглубь территории завода. Сержант Фир ведет с ними бой, пытаясь пробиться в подземные помещения. Капитан Рейнс прибыл на остров, чтобы взять под контроль надземную часть объекта. Задача — уничтожить ночных и захватить ДНК, который он искали. В смысле, который? Может быть, которую ДНК... Это он или она, или оно, которую, может быть, это она, ДНК, я не знаю, либо оно. Всегда, всегда сохраняйся. Не, ну, то предыдущую главу там как-то это быстро вроде раз-раз туда-сюда. Подожди, а кто-то... А, я думал, мы едем куда-то. Ку-ку-ку. Godlike! Спасибо, репостик. Репостик — это здорово. Это всегда полезно. Только вперед, шагу назад. О, Альма, пубертатная. А хотя, а или не, она в третьей части, по-моему, будет такая. Хотя хер его знает, может быть, она. Ой, не в третьей, и во второй. Во второй части она оперативника Джохан Кохан. Причем насильно, насильственно, не по обоюдному согласию, со стороны оперативника, по крайней мере, точно. Да, это финальный стрим уже с 9 часов, то есть практически 3 часа. Ну ладно, я там в 15 минут 10. Практически 3 часа, и, наверное, это либо финальная, либо предфинальная глава. И все, наконец-то с первой трилогии мы заканчиваем. Вот. Второй эфир, короче, Reborn там вообще минут на 40. Поэтому, ну, как я играю, там, может быть, на полтора часа будет. Третий эфир. Ну, тоже не такой прям. Ну, примерно, ну, с первой трилогии она вообще самая длинная. Ну, второй и третий, они там вообще как короткие. Там часов за 6, наверное, проходится. Два стрима и все. Вот, но пока я их стримить не собираюсь, пока я закрываю старые, то есть пока эфир закрываю, дальше на следующей неделе Макс Пейны закрываю, Мафию вторую закрываем. Пойди проверь. Вижу цель. Ну и дальше, Ведьмак, GTA, Булли, насколько вот я вижу. Меня там на рабочем столе. Ты его видишь? И вроде бы.
А, Seven Sins. Короче, все вот это говно закрываем. Но, по крайней мере, сейчас хотя бы половину закрыть, и уже я смогу, начать метро. Уже я смогу начать Ленуар. Уже я смогу что-то вот новое начать. А, забыл, Little Nightmares. Ну, там тоже, наверное, по пару-тройку стримов и завершим. Вот, потому что покуда сейчас уже все нормально, есть и техническая, и физическая возможность. То есть можем стримить, показывать, проходить все, что угодно. Практически. Ну, я имею в виду, пока консольных стримов не предвидится, а вот все, что с ПК, все можем, все могем. Пока что 720, через месяц-другой 1080, потому что у меня пока монитор еще не пришел, 1080. Но скоро он прибудет. Что у меня вот сейчас у меня... Разрешение, он, несмотря на то, что он 22 дюйма, у него разрешение 1680 на 1050. Вот, поэтому в 1080 я не могу стримить никак, потому что я не могу его сделать. У себя чисто физически пока что. Но скоро монитор придет, человечий, 24 дюйма, 1080, и все будет хорошо. Что в 2К 60 там FPS я не вижу смысла никакого стримить, потому что никто в нем практически не смотрит. Потому что... далеко не у всех людей техническая возможность есть даже посмотреть. Там процы не вывозят просто в браузере. Були, да, от Rockstar, который. Да. Он так и не пройден, когда я его начинал. Замечательно. Вы убиты. Че, может, перекурчик сделаем небольшой, прям буквально пару-тройку минут. Сейчас, может, обшариться тут, может, что есть. А то я что-то прям вперед такой шашкой наголо. Гранат. Гранат пригодится. Так, на четверочку вроде, да? Угу. Вот, а так пока что по планам-то игру? Сейчас вот все закрыть, начать метро. Я хочу 33-й Last Light пройти Exodus. Exodus, скорее всего, я на стрим проходить первый раз. И прям везде буду шариться. Это Exodus будет надолго. Вот, L.A. Noire, да, опять же, и Ассасина в пизду. Я, короче, заебался ждать Ваню. Он будет проходить потом, до третьей там части. Я, короче, начну сразу четвертую и Одиссея. Вот, может быть, Origins, наверное, скорее всего, не будет. Будет от меня будет только про пиратов и про древних греков. Вот, все остальное будет... стримить Ваня, вот когда он соберется, тогда соберется. Все, я заебался ждать, я хочу играть. Все. Изгой, что такое изгой? Изгой. Это ассасин изгой? Я не знаю. Если там про пиратов, то я, в принципе... А, там же, по-моему, дополнение к третьей части было. То ли Freedom Cry, по-моему. Про транснигера и про бабу какую-то. Или да, или к четвертой DLC, вот этот Freedom Cry, я точно не помню. Вот, ну да, если вот все, что, блядь, про пиратов, все, что вот про древних греков... Я буду. Вот про египтян пока не знаю. Вот если зайдет и
И пираты, если зайдут, и древние греки в тогах зайдут, то, ну, тогда и египтян тоже смогу, наверное. Посмотрим. Вот. Короче, все, давайте этот перекурчик сделаем, да, сейчас тут что-нибудь посветлеет как-нибудь. Так вот, как-то, да. И... Включу сделанную максимум штуку. За бабу не знаю, за бабу не за бабу, там определимся. Но ассасина я пока сам пройду, потом посмотрим. Че? Наверное. Не знаю, сейчас где сейчас место надо освободить. Я харды еще не заказывал. У меня место сейчас очень ограничено. У меня два харда сдохло, у меня третий на подходе уже. Вот я не знаю, сейчас, наверное, к концу месяца я закажу SSD-шник и хард. И придет он, наверное, к концу сентября. Вот это вот все только придет. И он узнает. Смотрим. Как что. Короче, господа. Перекур, через пару-тройку минут продолжим. Thank you.
Да, на улице холодно. Я не как шотландец сегодня. Так. Шляп на месте. А как известно, она дает плюс 25. Скиллом. Так что... Так, вроде ничего лишнего не выключил, да? Да, нормально. Так, все, можно продолжать. А, подожди. Продолжать, надо этот самый кубок наполнить. Кстати, этот ВК по-прежнему я проверял. Самое на донейшене не подключается и Twitch и YouTube. Но за победу. И банзай. Какая-то лютая у него дрянь вообще. Сохранимся. Слева. Физика вообще лютая. Где ты? А! Сожрать аптечку. Забрать эту ересь. Еще одну аптечку, в смысле. Они пригодятся, я так понимаю, дальше. Че сожрать можно? 115 хепе накопили. Отлично. Я сохраняюсь по несколько раз на всякий случай. Какие-то капсулы, блядь, криво. Сраный. Андромедия. А, кстати говоря, да. Mass Effect надо бы начать. Но там Dragon Age у меня еще стоит. Его обязательно тоже начнем. Там, скорее всего, только по основной сюжетке будем пробегаться. Побочки там. Ну, они бывают интересные, но. Не все удается выполнить. Там в каком-то порядке нужно проходить. Потому что я тут для себя перепроходил Dragon Age. Вот. И не все успел побочки сделать.
финала, потому что, блядь, там тупо локация не обновлялась. Там, типа, тебе говорят, иди там в лес, малификаров ебани. А я прихожу, а там все трупы, локация не обновляется. Там все трупы с моего последнего прихода все остались. И, то есть, никого лишнего, ни малификаров, ни и животных, ничего, блядь, просто одни трупы, одни скелеты. Поэтому, скорее всего, только по основной пробежимся. Она не такая уж и длинная. Можно будет все это... Да, блядь, тварина! Меня засосала опасная тварина. Блядь, с голосом что-то у меня сегодня простыл. О, помним мы, да? Со времен первой части. Пистолетом пригодится. Их до хрена. Драбадана православного до хрена. А вот этой штуки не хрена. Так, ладно, короче, начнем, наверное, с пистолетом. Макс Пейн. Наше все, кстати, да, напоминаю, на следующей неделе заканчиваем. В рамках лучше бы нас оставили в покое. Да, в рамках программы, так сказать, инициативы вспомнить все. Вот сейчас крутятся записи на СГ, на канале, на нашем Сербунисе. Вот, и понедельник, вторник, среда, там будет крутиться эфир. Вот, стримов не будет до четверга, наверное. До четверга или пятницы, ну, короче, там ближе к выходным. Произошло небольшое... Счастье, если можно. Можно, вот, поэтому неделю не было стримов, у меня... что в воскресенье умерла бабушка и Анилия, поэтому вообще не до стримов никак. И правильно было бы, да. Вот. Там вот делись только записи на СГ, там мафия вся прокрутилась, Спейн отстримленный прокрутился. Вот сейчас завтра я готовкой займусь, просто в понедельник будет 9 дней и планирую пока вот ничего до четверга, до пятницы стримить. Будет крутиться понедельник, вторник, среда, в понедельник первый эфир пройденный, во вторник второй, этот Extraction Point пройденный, и в среду, соответственно, пятница мандат. Вот. И, а дальше, да, там четверг-пятница, там я посмотрю, как чё. Вот, будем Макс Пейна третьего завершать и мафию дальше продолжать, этого приключения Джо. Этот битроял, или как он, Джимми, я не знаю, буду я или я его ходить не буду, я посмотрю, сколько он времени займет. Если до хера, то не буду. Если не очень... можно, да и там DLC такое, блядь, сознание себе не очень крутое. Вот мне Джота не очень понравился, я не уверен, что я его вот пройду. Потому что там все, вся вот эта вот дичь на время и... На самом деле, не очень оно меня прикололо. Что-то сыпется. Тут, видимо, какая-то дичь была, которую я пропустил. Очень темно. В стриме, я так полагаю, еще темнее. Чем... Подтверждаю цель в этом районе. Будьте начеку. Чем это вижу я. О, ТП. 120. Нормально прям, из инвиза, блядь. А
оперативник. Два ствола. Нормально, имбовая хрень. Мы потеряли двоих. На самом деле. Доложите обстановку. Пистолеты тащат вообще просто. Сладкие два ствола, да. Сладкий пунис. Так, надо сохраниться, а то там сейчас вдруг я съеду, а кто-то за жопу-то как схватит. Подожди, а ну за юз-то его можно, нет? Все кошерно. Погнали. А куда мы, вниз, вверх или в бок? А, вверх, ёпт. Что-то мне это Doom напомнило, там тоже всякие вот такие вот вещи. Внимание всем! Браво, Фокстрот! Заходим внутрь! В укрытие! Мы выбрали! Укрытие! Макс Пейн! На службе, блядь! Сверхъестественный! Максимка! Межгалактический, блядь! Как там... Максим сказал, блин. Ты его видишь? Группа в укрытии! Берегись, граната! Укрытие. Что за хрень? Всех победил! Красавец, блядь. А куда идти? А, он все, нашел. Нашел? Хорошо, это наемники. Но не сами же они сбились в команду. Это больше смахивает на небольшую армию. Первый раз такое вижу. Никаких имен, документов, ничего. А на нас у них все было. На меня, на тебя, Петерса, Чена. Не знаю, кто они, но это одна шайка. Чем больше я на это смотрю, тем меньше мне это нравится. Сейчас следующая глава, что ли, будет? А, нет. Скорее всего, пока еще одна. Головешка. Так, я знаю тебя, пятно, блядь. Гранаты очень важная вещь. Очень нужная. А это в самый низ, короче, вон туда вот, по всей видимости. Главному пульту управления. И
Я чувствовал, как она входит в их мысли. А, ну, я думал, сейчас он скажет, я чувствовал, как она входит в меня, блядь. Здесь. Это было бы очень странно. Можешь себе представить, я прятался от нее. Меня пытались защитить. Глупцы. Она Наси, да? Она была моей матерью. Блять, одинаковые локации какие-то. Зачем это? Просто. По яйцам. Где там пистолет? А, пистолет закончились. Бля, очень жаль. Нога. Блять, надо докоснуться, да, до ноги-то все-таки сегодня. Как там было-то? О! Докоснулись! Отлично. Все, миссия выполнена. Сегодняшний стрим. Ну, почти. Осталось только это. Да, пройти. Кончайте, ублюдка. Я тебя научу. Опасаюсь по пространствам ходить. Блять, что это? Что нахуй происходит? Можно я просто уйду? А вы там разбирайтесь сами. А, видимо, нет. Видимо, пока не захерачу их. Пока не захерачу, мне не дадут отсюда выйти. Шон! Бля, чё за хуйня? Чё за дичь? Thank you.
Блять. Такая жесть. На последних, блять, мать его, патронах. Сейчас, наверное, точно должны открыть дверь-то уже, да? Аврал! Просто! Стопудово это последняя миссия должна быть, очень сложно. Николас Кейдж. Ты на него похож. Он мне тоже не нравился. Так, вот, теперь вниз, а потом, наверное, обратно вверх, да? Я не видел своего брата до того дня, когда он убил меня. 3007. Или один. А, ну вот, тут игра даже сама говорит. Решающая битва. Уничтожение решающей битвы. Эпизод 7. Ситуация. Ночные и бойцы ФИР одновременно добрались до главного помещения завода, защищенной подземной камерой. Ночные намерены забрать оттуда ДНК Альмы. Задача. Любой ценой предотвратите попадание ДНК Альмы в руки противника. Поднимитесь на поверхность и найдите капитана Рейнса. А, окей, что значит бойцы ФИР? Если я тут, сука, один, блядь, бегаю. Какие нахуй бойцы ФИР? Или они там как-то ментально поддерживают? Я не понимаю, блядь. Или они в роли призраков, вот как тот китайчонок, да? Которого вы еще в начале сожрали. Но периодически его видно. Ну, то есть он тут ходит, что-то где-то, что-то делает. Немедленно выпусти нас из хранилища. Ты же не хочешь этого? Сэр, Пакстон Феттл вошел в сектор. Не слушай его. Открой хранилище. Пакстон Фитель. Ну, вернее, Николас Кейдж. Наш вошел. Перекрыть выходы. Не упусти его. Входим. Выступаем. Доложите, что окружаем. Лазер мощная штука, вообще прям невероятно. Прикройте меня. Я думаю, надо ее оставить для чего-то другого. Чё, свет-то выключили? Мы его сделали. Эвакуировать район. Ампутировать район, отлично. Опять эти духи, призраки. Какого? А это еще откуда? Какого хера, да? Тут закрыто. Можно, в принципе, просто прыгать. Наверх-то зачем? Я пока не очень понимаю.
зато вот. А, ну там же потом надо будет наверх, типа, возвращаться. Либо, может быть, он сам выплывет. Я тебя предупреждал. Чего? Это не твое. Предупреждал, дело. Он говорит. Уходи. 3000, а ну то он утоль. Уходи, говорит. Добыл ДНК. Готовьтесь к эвакуации. Ой. А теперь за ним гнаться, что ли? Не, музыка, конечно, вообще прикольная. Тут звуковое сопровождение прям вообще. Как они через стену простреливают? И то работает дольше. Все, погоня закончилась. В итоге он предоставит, да? ДНК. Интересно есть. Понятно. Страх и ужас в Омске. Я думал, по три стреляет, на самом деле нет. На самом деле оно полностью автоматическое. Лазером-то понятно, сразу по щам. Открыли. Здорово, да, привет, ребят. Пришедшим уже на Twitch, на YouTube, ВКонтакте. Всем
Всем доброй уже ночи. 3 часа с лишним идет стрим. 3.15. Заканчиваем эфир Персиус Мандат. Или же в нашем переводе проект Персий. Третий стрим, кстати говоря, по счету. Напоминаю то, что эфиры были пройдены. Первый Extraction Point. У вас стрима было по проекту Персей. И вот сегодня заключительный, завершающий. Так, подожди, а можно? Догнал. Всегда. Fortnite был стрим. В смысле, а при чем тут Fortnite? Где ты его? Я какой-то комментарий. Пустил, сделаю стрим по неграм. Почему мне чат выдают негров? Игра, да, там качай, есть Platinum Edition, или в Steam можно купить Platinum Edition. Там сразу вот эта вот старая трилогия, собственно, Fear, Extraction Point и проект Персей. Так, вот эту Вундервафлю вот эту надо оставить просто. Она выжигает все на своем пути. Беттерс послал за мной своего щенка. Я не удивлен. Убей его или не возвращайся. По всей видимости, сейчас будет очень много товарищей. Кто это, блядь, вещает? Какой-то... А, наемник. Да, это вот, который это ДНК Альмы украл. Мы взяли его. Вижу цель. Окружай! В смысле, теперь клоны или кто? Вперед. Или опять эти ассасины местные? Скорее всего, это точно последняя миссия, потому что невероятно сложно. Успеваю только нажимать на кнопки. Убив меня, ты их не остановишь. Не будь идиотом. Это еще не все. Блять, по всей видимости, точно не все.
Пиздец, ну сколько можно-то? Наконец-то, блядь! Да, Fortnite очень давно был. Надо стримить игру веков. Да! Да, конечно, этот госпитал, two points, конечно, надо. Или как он там? Я надеюсь, не надо бегом просто пробираться сквозь вот это вот все дерьмо опять наверх. Может быть... как-то автоматом это все, нет? Вертолёты Дельты прибыли. Быстрее! Так, по всей видимости... О! Дядьки. Сейчас будет люто и лихо, по всей видимости. Какого хера-то он не помирает? У меня он от пистолета вдох в первую секунду. Блять! Просто три пули выпустил. И он помер. Да вперед, конечно, вперед, блядь. Не поменял сейчас ВК, отлично. А то он, блядь, периодически меняет, и я не понимаю, блядь, с чем это связано. Когда будет Literal Night Mars, наверное, к концу недели следующей. Там, ну, там одно из нескольких, точнее, два из нескольких. Завершение Максима Пейна имеется в виду. Совершенно точно. Вот третьего, там завершающий стрим будет. И тут на выбор уже либо маленькие кошмары, либо... Джой, продолжение приключений Барбариса. Вот, собственно, Мафия 2, Джой Адвенчер. О, там граната кого-то вышвырнула. Но это точно, это конец. Это конец, я совершенно точно помню. Ой. Совершенно точно помню этот, эту локацию. Сюда приезжает вертолет и забирает. А после титров будет небольшая катсцена. Так что смотрим титры до конца. А, ну проходи давай, блядь, а то я ему по всей видимости... Подожди, это тот китайчонок? Подожди, он же, его же вначале загрызли, запидорасили. Вот он. Ты отлично поработал, сынок. Такой это, после призрак. Всего этого отряду нужен новый лейтенант.
Думаю, Чен хотел бы, чтобы им стал ты. Да, да, вот он это испарился, такой призрак. Литер Найтс, да, литр. Литер Найтс Морвел. Профир. Проект 7. Наконец-то! 2 года, блядь, мучений, нахуй. И игра пройдена. Смотрим титры до конца. Хотя мы их, по-моему, всегда до конца. Да? Кот. Поддакивай. Чего? Что-то сидит тут это мяукает, точнее мурчит. Нет, ну что, что-то головой кивает. Верный. Фу, блядь, наконец-то. Ну, за победу. Это, на этот раз уж безоговорочную. Эти второй эфир Reborn, третий эфир пока начаты не будут. Пока есть гораздо интереснее вещи. Пока нужно закончить начатое. Опять же, повторяюсь, потом уже начинать интересные вещи, начинать метрохи, начинать ассасинов. Я буду классные древнегреческие пиратские. Mass Effect, кстати, говорят, будет в этом году вроде переиздания, и я бы, наверное, все-таки прошел бы переиздание как раз на стрим. Ну как там ремастер. Вот. И, кстати, о ремастерах. В конце сентября Мафия 1 Defective Edition будет, и я собираюсь ее на стриме пощупать. Потому что первая Мафия, опять же, напоминаю, у нас пройдена давно. Вот. Defective Edition, конечно, с обновленной графикой было бы неплохо смотреть, пощупать. Как это все будет выглядеть на современном движке. Кажется, она на движке третьей мафии. Ну, блядь, это ересь, это святотатство, блядь. Вот эту мафию 3 называть мафией. Вообще просто. Демонизм. Просто история, блядь. Про потного негрилу из гаитянского квартала, блядь. Назовите ее нахуй так, блядь. Зачем на нее вешать мафию? Понимаю. Именно поэтому ее никогда не будет. Я не буду ее проходить, я не буду ее стримить. Это, блядь, дичь вообще полная. Ну, движок может быть и хороший, я не знаю. Я так мельком видел, но... Посмотрим, насколько хорошо будет в этом движке первая мафия смотреться. Чего? Все орёт, что-то сидит, блин, черно. Так, итого, сколько у нас стрим идет с 21 часа. 21.15, если быть точно, я начал. Вот я у чувака смотрел, говорю, там что-то 3-3.5 он проходил. Он сейчас у нас уже получается 3-3.5, да, в принципе, управился. Как раз без... Без таких, без лютых особо фейлов. Да, да, вот. Ну, игру как раз 3.5 управился нормально. С камерой я не знаю, тут просто, тут винде. Тут винде дело, я готовую, то есть, сказать, винду свою со старого железа перенес на новое, сделал восстановление, там, откат драйверов. Блять, и, короче, она очень криво восстановилась, и... Я никак не могу синхронизировать камеру с потоком. То есть там я все, я ставлю синхронизация,
там автоматом, там еще хуже было, блядь. Ставлю 30 кадров, блядь, разница, ну, конечно, получше. Я не знаю, надо все-таки это, я займусь, наверное, в сентябре. Сейчас пока так будет, сейчас я, в сентябре мне хард с SSD-шником придут, и это самое, я... накачу новую винду на SSD-шник, и все нормально, короче, будет. Вот, камера не дешевая, нет. А, и Microsoft HD, что-то какой-то там невъебенный хуй. Вот так вот. Раньше с этим проблем вообще не было. Это тут в винде дело. У меня тоже такие кульбиты выдают, блядь, периодически вот это вот, что восстановление такое. Лучше, блядь, если вот новое железо вот собираешь, лучше, блядь, сразу вот новую накатывать абсолютно. Ну и всё. Ну, потому что, ну, во-первых, старая, она просто не запустится, она соды будет давать. А если откатишь, вот, блядь, потом куча проблем возникает и вот вылазит. По мелочи, а потом, блядь, эта вот мелочь образует один большой клубок проблем. Не может быть там 10 FPS вообще никак. Может быть меньше 30, наверное, что выдавать столько. Потому что, не знаю, вот, блядь, синхронизация там стоит, 30 кадров. Чё? Но она не синхронизирует. Я не знаю. Я уже объяснил. 3 минуты опять тратить, повторять я не буду. Можно перемотать и послушать. Усы показывают. Конечно, показывают. Я, конечно, могу попробовать... сделать, может быть ее синхронизацию сделать не 29, а, ой, не 30, а может быть 29 сделать кадров. Секунду. Нет? Может быть получше станет. Не знаю, вот я вроде смотрю, нормально вроде все. Давай 29 поставим. Глянем. Хрен его знает. Вроде разницы вообще никакой не вижу. А с автоматом делаешь там вообще такая... Чёрт. О, дросселя свистеть начали. Ха-ха. Интересно, сколько там... Вон, сейчас... Смотрю. Тут, блядь, хуйня, высокий FPS улетает, он, блядь, видеокарта начинает свистеть просто. Не понимаю, почему. Я не знаю. Вот я честно сказать, я посмотрел сейчас в FPS, разницы вообще никакой нет, блядь. Что 30, что 29, блядь, там 29,9. Я вот вообще никакой разницы не увидел. И чтобы она так просаживалась, прям, чтобы, блядь, до 10 кадров, блядь, чтобы прям рывками, такого я тоже не увидел. Я вижу то, что она, да, она немножко задерживается. О, блядь, ну не так прям критично, но было лучше, согласен, раньше. Было лучше. Но это уже сейчас проблемы винды. Опять же. Восстановленная вещь. А, другое железо. А это не всегда хорошо. Точнее, это никогда не хорошо. Просто мне было лень накатывать. Есть один, в принципе, SSD-шник. Мне лень накатывать. Там уже лень все переносить. Вот. Во-первых, во-вторых, надо было информацию вытащить. Я его перекопировал, теперь жду, когда сдохнет хард. Просто. Запомни, вот. Никто не должен касаться источника. Катсцена. Кроме меня. Мы взяли Моррисона.
Потери? Вас понял. Все. Конец. Наконец-то, блядь. Короче, достали. Образец все-таки Альмы. Николас Кейдж победил. А, потери. Не зря он про потери спросил. То есть всех причастных аннигилировать. Все, блядь. Наконец-то. Трилогия первая пройдена, можно удалять, немножко хоть место освобожу, может быть мне туда ассасины влезет вот этот древнегреческий, но я его сначала сам хочу пробегать. А дальше посмотрим. Сейчас сначала вот все вот закроем, что там у меня. Что там вообще. Так, фир пройден, булли, флешпоинт, кстати, можно еще погонять как-нибудь. Seven Sins, Dragon Age, GTA 3, Max Payne 3, Mafia 2, Little Nightmares, Ведьмак, помню, есть такой. Можно еще цивилизацию что будет погонять, но это может быть как-то на досуге. Пока надо завершать, что есть. Ну вот, Максим, вот как мы все вот жили без этой информации? Я тоже вот я не представляю. Но вот зачем-то она есть здесь. Интересно, коллективная игра, интересно, сервера какие-нибудь найдет, нет? Поиск серверов. Ошибка. А, он там через этот GameSpy, Punkbuster, блять. Короче, он вообще через какое-то лютое говно. Чё, реально, что по локальной сети он ищет? Аж обшибка. Да не, вряд ли, конечно. Да, тут GameSpy этот ебучий. Вряд ли тут, конечно, какие-то сервера он найдет. Хотя есть этот Fear Combat. Чисто сетевая. Протянем, да. По всей России, блядь, будем... А, полакал кефир хуярить. Манду Персия. Да, Черен? Что? Ну вот он... Он либо с чем-то согласен, либо с чем-то не согласен. Ну из двух. Просто орёт. Старый. 20 лет, Катукс. Ну, вроде бодрый. С мелкими котами бегает. Чё, два? Всего три. Решил. Идти, помурлыкать немножко. Да? Матюша стримит. И чё, да, локальная сеть будет чистая. 370 гигабит, блядь. Почему-то так. Так, что можно делать? Можно, наверное, выходить к чертям собачьим, вешать пока вот эту штуку. Там черный экран, по идее, должен быть. Немножко тренером попользовался, конечно, в некоторых местах. Я думаю, простительно. Вот тренер тоже можно удалить. Потому что без него бы я еще 2 часа сидел бы. Что не очень круто. Что, будем завершаться, так сказать. Еще раз напоминаю. Понедельник, вторник, среда на... канале обо всем почти цензура, да, Estetto Life, 3 части эфир, то есть по части в день, целый день будет крутиться, там, с 12, начиная с 12 часов дня и там заканчивая, там они, по-моему, аж до 12 часов вечера, ночи.
Ну вот, в четверг, пятницу, субботу, там примерно в эти дни, наверное, скорее всего, это будет пятница-суббота, либо четверг-пятница, там посмотрим по обстоятельствам, будет завершающий стрим Max Payne 3, и либо Little Nightmares, либо этот продолжение приключений Барбариски. Так что вот такие вот пока планы. Да. Вот. Что всех благодарю. Twitch, Контакт, YouTube. Пришли, поддерживали, так сказать, морально, духовно, физически, материально. Кстати, да, отдельное спасибо ребятам, которые уже в записи все это делают. Расставляем пальцы вверх, бейте в колокол, вступайте в группу ВКонтакте, все, собственно, как обычно. То самое. Не вступил, сделайте это сейчас, и на канал тоже можно подписаться и в колокол ударить, если еще не сделано. Вот, я прощаюсь с вами до следующего стрима. Видео не будет пока никакого. Нарезка вот только недавно вышла. Нарезки пока не планирую, да, наверное, до следующей недели. До воскресенья. Так что увидимся в следующем стриме. Как раз таки практически через неделю, дней через 5, получается, 6 дней. Ну, потому что пока так, обстоятельства, я уже сегодня говорил об этом. Смотрите сначала. Вот. Ладно, господа, всем спасибо, всем мир, берегите себя и своих близких. Пока-пока.